в таких домишках. Вот из таких мелочей складывается ощущение страны. Да, и характер страны. Сможете вы здесь жить? Она вот такая, и это очень сильно откладывается на характере. Ведь то, что мы видим на открытках, в кино, оно не передает вот этих вот мелочей. Посмотрите, какая красота. Девушка в белом. Поднимаемся в гору, потому что весь город построен на горе, поэтому весь подъем у нас будет вверх. Скалы, видите, навесы такие скальные. Ну, вот такой один из любимых городов, маленьких музеев. Это вот Михас. История Михаса своими корнями отходит еще ко второму веку. Через этот город прошли финикийцы, прошли римляне. Это была католическая, такая очень важная стратегическая точка. И на сегодняшний момент это исторический город, это классическая белая деревушка, занесенная ЮНЕСКО под свою защиту. И нет, наверное, ни одного туриста, туристической группы, которые не побывали и не впитали в себя, не ощутили этот специфический, особую атмосферу типичной андалусийской деревни. Куда в туристическом городе без маленьких ресторанчиков? Это вот пиццерия новая. Посмотрите, очень самобытная история. Но сейчас их стало здесь много больше, чем было раньше. Ну, видите, кто показывает дорогу. У нас есть экскурсовод, который типа все знает и куда-то все нас ведет. Всегда удивляюсь, с кем кто гуляет. Мы с ним, он с нами. Ну, как бы, я думаю, он бы еще и поспорил, кто тут самый крутой. Смотрите, сколько появилось мест. Да, стой, давненько я здесь не была. Давненько. Смотри, все тебе рады. Все тебе рады. Вот это вот типичные сувениры. Ну, в общем, настоящие туристы мы. Поздороваться, ну. Куда не поздороваться-то? Конечно. Ну, прекрасно. Идем. Я всегда с сумкой собачьей. Поэтому приходится как-то ее прятать. Не, ну свет, конечно, шикарный в это время. Все очень хорошо видно, но тем не менее уже темнеет. Сейчас мы сделаем службу. Ну, вот это вот прям служебная церковь, ну как служебная, католический собор.
католическая церковь. Здесь когда-то были найдены фрески после того, как сделали ремонт. Вот закончилась служба, и народ выходит из церкви. Вот жилой квартал города. То есть это центр фактически, это там центральная площадь. И вот это вот жилые дома. Красота. Вот что создает интерьер. Смотри, включилось видео у меня. Потрясающе. Само, когда хочет, включается, когда не хочет. Ира, смотри, какая картинка. Нам кажется, туман. А картинка просто шикарная. Такой обзор. Вот так бы расправил крылья и полетел. Вот оно все-все-все побережье. А в хорошую погоду, если смотреть вот в ту сторону, то видно Гибралтар. Микрофон запутывается. Ну, смотрите. На самом краю. Над пропастью воржи фактически. Ага, подниматься опять. Ну, пойдемте. А вон там как будто мостик. Ир, смотри, а вон там мостик, нет? Мостик. Рэдя. Рэд, иди сюда. Куда ты пошел, Рэд, ну, иди сюда. Смелый пес. Решили мы спуститься на смотровую, такой смотровой ресторанчик. Рэдя. Смотрите. Какой здесь спуск? Рэд. Видит, слышит? А? Я съехала. Еле-еле. Сейчас посмотрим, как моя собака будет спускаться. А, нормально спустился. О, Ириша на подъезде. И в бассейн. И сюда отправили. Прямо. Так вот садится солнце, и мы сейчас находимся в Михасе. Это побережье Коста-дель-Соль. И если честно, я никогда не думала, что когда мы приезжаем вот на таком пограничном времени, это закат, видите, люди, наверное, провожают сегодняшний день. И это даже интересно. Смотрите, как нравится моему псу, с каким он интересом за этим, за всем наблюдает и думает, сколько вы можете снимать. Ну, красота, правда? Давайте я чуть-чуть еще верну и вот на этом зафиксируюсь. Спокойной вам ночи, хороших выходных. Суббота-воскресенье впереди. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.